чуть ниже спускаемся. Ленина ниже Шевченко. Заведение Диккенс. Тут регулярно стоят автомобили. Автомобили. Папка стукач. Погода офигенная. Ну, тут у них парковка какая-то, я не знаю. Здесь тоже у них парковка типа организована. Проезд через пешеходную зону. Вот Ленина у нас. Стоим. Идем. Кафе Навар, классное кафе. Вот тут тротуар. Вечно заставлены автомобилями. Что, возле Диккенса надо? А?